Итак, 12 часов, выходим в поход. До Котечного с Лешей идем. Сейчас еще попытаемся позвонить, узнать, пополнился ли наш баланс. Сюда надо ходить либо с топором, либо с пилой. Вот такие вот бывают опять геморрои. Стояла себе береза, потом бац, и кто-то ее уронил. Как она тут пересохла. Вроде листва вон зеленая есть на ветках. Вот ее переломило. А топором ее хрен разрубишь, да? Лопнуло как, да. А тут как бы подсохло и упало. Она еще наполовину была эта самая. Больная? Ну не вот такая часть, у нее сухая была. Как раз ветром их наклонило. Ну и хорошо. И вот так вот и выживают сильнейшие. Вот так. Вот через час свернули на Котечное от Станового. Вот так вот у нас рубят лес. Вот так вот. Хорошо вот тут болото в нем не рубят. Хоть что-то остается. Мы пришли. Час 8. Там как-то замотало непонятно. Здесь нет ничего тоже. Не надо, пускай будет. Потому что размотано что-то. На всякий случай. Будь готов. Всегда готов. О, сорожку-то нашу съели. Ну как, потрепали и отпустили. Ну ладно. Ай, блин. Это место такое всегда ловилось, а тут что-то не сработало до конца. Что-то не нравится. Наша красавица никому не нравится. Там он вообще закинуто наверх, как-то непонятно. Может, птица. Снимаю специально, чтобы показать ребятам, что как это так может быть. Что мы ничего такого не делали криминального-то. Видишь, рыбка висит, по-моему, или что-то такое. Или это так прыгало через рогатку? Да. Это чё? Что там вот какая-то? Вот, о чем и речь. Завялила нашу рыбку. Птичка. Как так-то? Ага. Приятного аппетита кому-то. И повесили, да? Блин, надо ж так. За кем-то тут доедать, что ли? Самое вкусное съедено, блин. Доедайте. Не знаю. Ага. Лежит туда. Размотана вся сильно до конца. Оп.
Вот и думай, что хочешь, блин. Размотано сильно. Кто-то обглодал и ушел. Слушай, не знаю, кто в этом конце живет. Хоть одну сегодня взяли пока. Сейчас я пойду. С той стороны, да? Ну вот как-то. Ну. Ладно, все, теперь же. Оп. Подсачок? Да, подсачок. Она небольшая, но. Вероятность того, что она может уйти, есть. Блин, торпеда. Ладно. Чик. Все, большая отъела, маленькая ходит, жует. Блин. Или наоборот, маленькая только начала есть. Но луна растет. Я думаю, что что-то одно из двух. Либо жор заканчивается, либо жор начался. Так. Рога так поставлено было много. Вот, и как скамеечка такая. Лежит доска, видишь? Да-да-да. Кто-то здесь это самое. Кто-то здесь лагерь делает. Ну вот. С котечным покончено. Возвращаемся домой. Нам не повезло. Два щуренка и окунь. Вся сегодняшняя награда от озера. Главное, мы отдыхаем. Хорошо здесь. Отдыхаем. Все в гору. Идем тихонечко. Это все были верховские поля. Все зарастает. Все зарастает. Вот. GoPro 100 видео.